Добрый вечер, друзья. Best of 3. Первое Best of 3 на сегодняшний день. Envy против Фурии. Достаточно интересное противостояние нас ждет. В целом, вроде как, Фурия здесь является фаворитом в этом матче. Но глянем, может быть, Envy тоже нас удивят. Сегодня достаточно много сенсаций. Студия Рухаб, DreamHack, Masters Malma, Александр Заградименко, Дарья Аритель. Здравствуйте, да, и пистолетка тут уже идет вовсю, и кажется, здесь не все, атаки пошло гладко, но тем не менее, ситуация 2 в 3, еще и правильная, и для той, и для другой стороны, и да, вот сейчас видим то, что Ксерата сравнивает преимущество, и становится теперь уже все далеко не так спокойно для защиты. 2 в 2. Вопрос, как быть? Ксерата дает информацию, что его два игрока пушат, убегает, Арт в этот момент с бомбой заходит на плен, скорее всего, будет уже устанавливать, и да, Фурия имеет отличные шансы на победу. Ксерат еще с 250-го в голову ставит по Райну. Фагли, последний против двоих. Фагли должен здесь давить, но Ксерата без проблем ставит голову по нему. 1-0, пистолетка для Фурии. Ну что ж, Фурия на этой карте. Интересно то, что Best of 3 серия началась именно с Вертига. Прям так... сходу. Не Decidors, как это часто бывает, а именно на первой карте. И здесь у Фурии теперь вся заявка на то, чтобы взять второй раунд. Они разобрались с баем, закупились на полную. В итоге получились очень даже неплохие девайсы. Два калаша, одна СГшка, Галил и даже ну, вот один фармган все-таки есть. Ну, а против пистолетов голых будут играть, так что тут нужно будет очень умудриться проиграть. Но мы видели от Real Genius такой как раз вариант. Но видим, что Ксерат все отлично контролирует, а для него потенциально эйс был бы, если бы Райан все-таки его не добил. Надо как-то теперь уже справиться с этим вопросом. Райан продолжает душить, но на перезарядке оказался и дать уже отпора не мог. Юрих с ним уже все-таки решился моменты, и второй раунд уходит. Фурии с потерей одного только человека. Давайте пробежимся по пулу. Первая карта у нас будет карта Вертига. Это пик все-таки бразильского коллектива. Вторая карта Нюк. Энди взяли ее. И третья карта это Мираж, если понадобится. Вот такое вот у нас Best of 3 противостояние сегодня нас ждет. По идее, Фурия должна была не играть с командой Envy, если бы побеждала G2. А по идее, как раз таки она и должна была побеждать G2. Более того, и сами Астралис, вот Блейд, когда давал интервью с Сине, который вы, кстати, можете глянуть, друзья, в группе КС Рухаба, говорил, что, скорее всего, он тоже ждет команду Фурия. Должны были они играть против команды Астралис, но, как вы понимаете, немножко иначе ситуация легла. Здесь уже Фурия в этом третьем раунде. В бай-раунде имеет небольшие проблемы. 4 в 3 большинство за командой Envy. Андроид, правда, не перестреливает. 3 в 3. Винни еще и Райана перестреливают. Вау! ХП, конечно, у них не очень много, но большинство есть, и бразильцы имеют шанс на третий раунд. Шансы есть, но и шансы все-таки отыграть имеются. Вот видим то, что получается у Сома сделать минус, но нефть теряется, и Сом тоже долго не подержался. Так что, да, третий раунд для Фурии, и снова потери для команды Envy. Ну, по 3000 у них есть. Вряд ли они здесь будут что-то такое выдумывать. Сменят пистолеты. Да, так и получается. Покупают первые арморчики, и пистолеты также заменили. Ну, теперь также может быть и четвертый раунд для Фурии. Вообще атака начинается супер бодро. Не может не радовать. Но опять же, Фурия — это одна из тех команд, которая начала в первую очередь Вертига тренировать. И мы наблюдаем за плодами этих тренировок. Арт нашел андроида, очень быстро его забрал. Фабри был следующий, но не получилось за дальним цементом увидеть Сома сразу же, поэтому он пристреливает Арта. Да, 4 в 3. Хэнни еще контролирует процесс, чтобы никто не взял девайс своего павшего тиммейта. Ну и Винни будет своими тиммейтами уже заходить на сайт. Откидывает здесь молик на выход. Немножко кривоватенький, но как не без этого. 4 в 3. Там его свой тиммейт подтолкнул. Нифти получает тельмон уже нормальный. Юрий. Бывает Сома и Нифти. Ну и Райан последний. С разменом все неплохо. 4-0 для Фурии. Хорошее начало. Ну и вот теперь вот уже будет закупка для Envy.
Ну, наконец-то сейчас будет плотный раунд, нормальный, полноценный. Ну и надо давать отпор. Опять же, мы наблюдали серии таких вот лузовых раундов уже на предыдущих картах. И здесь не хотелось бы такой плотный бой все терять. Что ж, и видим то, что Сират уже получил. Довольно больно. Винни законтролили, отлично. Сейчас Envy действительно собрались. Карта опять по рампам выбирается на ту же точку, где и в прошлый раз сделал свои замечательные два фрага. Ну а Сом на подсадочке будет посматривать эти ситуации. И как раз он все эти махинации от арта может и разглядеть, успеть. А тут ответная подсадочка очень хитрая. Он смотрит не в ту сторону, поэтому это ему не помогло. Да там, в принципе, было бы трудно так вот из-за угла первым заметить. Только разве что, если знать, а такая ситуация с позицией... Не сказать, что супер типичная, что прям каждый раз, когда играет Вертига, всегда так делают. Ну что, и все равно выход под базу Б получается, хотя Юрик погибает от андроида. Еще один минус андроид делает. О, все, у Хини не проблема. Бомба есть, а толку от этого нет. И как тут передвигаться так, чтобы аккуратненько, ну, не потерять девайс, на самом деле, это здесь довольно такая влажная мечта получается, потому что 35 секунд, но он делает минус еще, но ситуация 1 в 4, тут прям нужно супер тащером быть, чтобы растащить. Да. Еще минус. Ну вот он фраг. Действительно, второй уже, можно установить бомбу. Фейк, но андроид ставит точку в этом раунде. 4-1. Envy берут первый для себя в защите. Но по деньгам вроде как все еще неплохо для ребят из Фурии. Будут закупаться. Ксерата здесь может дать дроп. Единственное, что по гранатам проблематично будет только флешка для него. Но так в целом есть молики, есть маги, флешки. Какой-то рабочий выход точно будет. Арт занимает близкую позицию Смока на Аплинте. Здесь Раен будет тоже откидывать гранаты. Ну и вот пока такой, вроде как очень закрытый дефенс, но андроид пытается своим тиммейтом прожать точку Б. Так и происходит. Дает информацию. Сейчас может найти своего оппонента. Не попадает, и Винни делает фраг по андроиду. 5-4. Ну вот раунд не такой бодрый получился изначально. Только один опытный фраг есть. И дальше опять подсадка. Та же самая. Второй раз получится лид такой же провернуть. Не очень ясно. Ну да, кстати, разглядели цель гораздо раньше, чем должны были. И это тоже свой плюс дало. По крайней мере, никого не потеряли, но Сом при этом потерял все равно половину хп. Что тоже неприятно. Ну, Ксения не смог сделать фраг. Это самое главное в этой ситуации. Так, и вот также информация есть, то, что на рампах побольше, чем два человека, которых они видели. И простреливать деревяшку еще пытается продолжать. Фагли еще раз глянет. Кстати, сейчас вот у него был шанс кирпик снять противника, но не получилось это сделать. Там смог еще немного прикрывал обзор. Двадцать секунд. Нужно быстрее, ребят, на Сфуре заходить. Могут очень сильно ошибиться по времени. Главное установить бомбу. Я понимаю, Тенли здесь будут рваться. И ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая вот история. 8 секунд. И как вы тут бомбу-то установите, ребята? Три фрага для Райана. Арт перестреливает. 2 секунды. Ну, просто не успею. Потому что там нефти живет. И все у него более чем здорово. Второй раунд Тенли забирают. Опять же, благодаря времени. Никак иначе. Ну, и вот у нас матч сразу идет на паузу. Нужно Фури обдумать дальнейшие действия. Да, денег у них нет, вот есть оставшиеся, видим, 2 СГшки. И пока надо что-то придумывать с происходящим, так как бодрый 0-4, и это может довольно скоро превратиться в 4-4. Что они не хотели бы допускать, все-таки их пик, их карта, и они должны на ней... на плюс морали играть. И видим то, что действительно по коэффициентам тут дается вполне справедливо троечка на Envy. Даже почти 4. Ну,
Вот не видела, что было перед началом самой игры. Может, сейчас вот после этих двух раундов чуть-чуть подупала. Я думаю, что, скорее всего, нет. Рановато еще судить о таком. Ну что, ждем, пока тактическая пауза закончится. Пока еще вижу то, что ничего не обдумывают особо по закупу. Ну, я думаю, что закупаться здесь уже никто ничего не будет. Все, что надо, взяли. У всех бай до 2000 такой получился. И эти оставшиеся почти 2000. Неплохо. Да. Получается, что просто матч уходит на паузу. Интересно, интересно. Ну, это, видимо, техническая была? Да, хороший вопрос. Видимо, техническая. Друзья, мы не будем отставать от наших коллег. Также уйдем на небольшую паузу. И как только все появится, мы также вернемся.
Возвращаемся, друзья, на карту. Вроде как все хорошо, все проблемы технические решили. И можем смотреть дальше за всем этим прекрасным делом. 4-2, напомню, был счет, когда мы последний раз видели команды на этом Vertigo. Ну и ничего не изменилось, 4-2 так и осталось. Продолжаем. Продолжаем, действительно. И Фурия, закуп у них увеличился. В принципе, потратили они все подчистую, закупили все вторые арморы. Дигл как минимум есть. Ну, там еще Галил появился у одного товарища. Ну, это известный, которого мы уже видели. Так что вот с этим они будут пытаться бороться. Но, опять же, это бай из запасных. Недооценивать такое не стоит. Все раз получает флешку, но этого сильнее останавливает. Сом немного подгорел. И продолжается давление на апленд. И даже получается зайти, он уже плентит. Под носом заплентил, да ладно. Не смогли его увидеть, Винни. Страдал немного по хп, но не более того. Самое главное, что бомба уже стоит. И можно дальше, теперь уже играть на время. Как здесь выбираться в защите, не очень понятно. Не хватает информации немного, хотя Юрик сейчас очень неплохо накрыло. Есть новый смог, ничевая смог пытается. Ох, как сейчас хорошо Винни-то прострелил. Прям навелся, как боженька. Контролит бомбу. Это уже, да. Вот в чем проблема. Главный арт убивает Фагли. И там уже времени не хватит на диффуз. Если только андроиду прям садится и диффузит прямо сейчас, но времени не хватает. Пятый раунд Фурия на ровном месте берут. 6 кп у андроида остается. Здесь не взрывается. Но это 6-2. Нет, это 5-2. Пока что. Но с деньгами посмотрим, какое решение будут ребята принимать. Андроид, в принципе, может дропнуть эмочку и закупиться на 4 девайса, но, по всей видимости, будет отыгрывать именно с баем до 2000 плюс-минус. Ну а дальше как пойдет. Да, и в итоге Сом остался с голым телом. Как и Фагли в целом. Но нет, не мог себе позволить даже там какой-то пистолет. Типа Дигла купить, остальное пока не имеет смысла. Винни погибает, нефти нашел опенфраг. И дальше уже ситуация в большинстве для Envy, что приятно, конечно, но видим то, что не всегда им это помогает, далеко не всегда на этой карте. Мне кажется, они опять не угадали, немного там укрепление B-плента было, а тут снова стягиваются пода. И кажется, нефть, если сейчас очень терпеливо будет ждать, то он тоже может найти соперника. Опа! Подзагуляли здесь немного товарищи, Фагли и нефти. Два минуса. И Юрих опять ставит мобу. Да, 4 в 3. Потенциально уже 6. Здесь нужно сейвить вот эти девайсы, которые есть сейчас у ребят из команды Envy. Нет смысла идти вперед. Максимум это какие-то экзит-фраги по своему оппоненту. Если выйдет, не получится. Но у нас здесь похоже, что 6. Да, за ребятами из Фурии 6-2. Ну и вот уже на 9-й раунд закупка будет. Пытаются здесь
ребят, найти игроков команды Envy, Андроида, Сома, Райна, но пока, скажем так, в этом есть небольшие проблемы. Бомба взрывается, 6-2. Ну и надо покупать авик, ребят, из команды Envy. Ну, теперь-то деньги будут. Андроида, как, да, не успели его найти. Да и он сам никого не успел найти, слава богу. В итоге 6-2, и Envy надо... Ну, в принципе, если они проиграют этот раунд, у них раздропс, и там что-то да будет. Хотя, да, будет. А вот Фурия набирает, я думаю, только стартовое преимущество какое-то по экономике. Тоже из-за двух проигранных раундов все получилось не так гладко. Сом получил дэмэдж, Нифти тоже. Неплохо так, как дамажили уже, но зато, получается, сделал первый фраг по Агли, и арт... отправляется отдыхать до следующего раунда. 5-4. Open фраг для Envy. Действительно. Здесь Сом. Стоешку, но его здесь мгновенно наказывают. Была информация, что нужно зачекать эту позицию. Юрий с СГ еще и передавливает Фагли. Но только что было преимущество за Envy, уже за Фурией. Буквально за секунды все меняется. Минута 0.6 на таймере. И ну, они достаточно нашумелись на... подходе к апленту, и теперь могут пойти на Б с чистой душой, и будут знать, что там укрепление не успеет добраться. Хотя вот видим то, что Envy успели понять, что дело пахнет керосином, и с апленту ушли все, и уже видят подходящих Фурий. Здесь раскидки, прошли молики, смоки, закрыли андроида, очень неприятно ему здесь находиться, и щель в смоках есть, и он может успеть через нее законтролить. Вот сейчас есть шанс у Райана сделать фраг, но не получилось, не нашел он своего соперника, и Ксератов и вовсе сам разобрался с Райаном. Ну как не среагировал, там голова торчала вполне себе легкая. Андроид убивает Юрия, 3 в 2, бомба будет выходить на апленд. Хенни слышит. Это должен давать информацию, что где-то рядом уже есть игроки. Андроид начал нашивать. А Нифти делает фраг по Вине. И опять вот проблема со временем. Нужно теперь как-то выходить, давить этот авик, ставить бо... О, нет, все намного проще. Ксераты и Хенни делают по фрагу. Седьмой раунд Фурия забирает. Смотрел Хенни сейчас на авик, но не будет он его брать. По всей видимости, Фурия за атаку будут играть без снайперской винтовки. Да, у них и так неплохо выходит. Да, и не поспорить. У вас бонус у Envy уже такой приличный, с учетом того, сколько раундов подряд они проиграли. И поэтому 6000 у Райана и 6000 у Сома есть. Остальные тоже имеют достаточно денег на самый полный бай. Хотя нет, у Фагля там было 3 с чем-то, 3700 что ли. В итоге гранаты не хватило. Ну, а Фурия, она ни в чем себе не отказывает. Правда, вот если бы теряли меньше девайсов на каждом раунде, то было бы покрепче с экономикой. Но и так, видим то, что есть безусловные лидеры, тот же самый Ксерата, тоже 6000. В этот раз пошло укрепление Б-плента, причем абсолютное. На А остается стоять только один Сом. И этот Сом, кажется, сейчас и будет... подвергаться нападению. По крайней мере, арт на него может попытаться выйти. Но нет, все абсолютно тихо, спокойно. И Envy, понимая то, что быстрой атаки на Б не будет, все-таки свою защиту перетягивает отчасти на точку А. Хотя Android понял, где находится соперник, и решил посреди пути остановиться. Нифти делает фраг по Ксерата, и теперь уже все становится немного сложнее для Фурии. Ситуация 4-4, вроде преимущество количественно не получилось. Но видим то, что еще и арт забрали. Что, опять что мы рампы? Да, на рампу выходит. Уже с бомбой. Во всеоружии, но 3-4. Еще можно потерять сейчас Хенни, да. Потеряли его, и Юрий смог сделать фраг в размен, но все равно 3 в 2 ситуация. Надо плентить. Да, надо ставить бомбу. Пока есть возможность. Вот она, бомба. Интересно, кстати, а смог откидывать в одну точку. Но это немножко байт. По звукам поняли, что немного не то. Скорее, никуда смог кладется. 1 в 3. Юрий 25 хп. Сложновато здесь будет ему что-нибудь сделать. Если снайпер заметил. Нет, он сейчас просто так стрелял, но на размене Фагли сыграл. Бомбу раздефузят. Третий раунд Envy себе будут забирать. 3-7. Но опять же, бомба стояла, троих потеряли.
ребята из команды Envy, поэтому в следующем раунде с деньгами все будет не так сказочно тоже, как хотелось бы. Но что-то да есть. Опять же, там купить темку первый армор можно, но тогда с гранатами будут проблемы. Посмотрим, в пользу чего сделает выбор. Там Райан, условно. У андроида гранаты есть. Райан в итоге... Да, взял девайс. Второй армор. Там ему дропнули, я так понимаю. Да, там Сом еще по маску купил, поэтому получилось немного дешевле по общему баю. Фурия. У них все... Ну, хватает, опять же, из-за того, что они столько раундов подряд выигрывали, в этот раз у них на бай хватило, но запаса не остается, лосс-бонуса нет, поэтому в следующем раунде, если они проиграют, этот будет экономический. И снова база будет штурмоваться, и снова рампа. Им понравилась эта позиция, ты понимаешь, что прям лучшее, что они проработали, поэтому всегда, когда дают возможность, они будут пытаться выходить именно по рампе. Минут 17 на таймере, Хэнни. Скидывает кайдишку. Летает она в нефти. Не очень прям так сильно. 15 хп всего сносит. Ну и вот он выход. Флешка тоже кривоватенькая. А так Юрий из-за этого остается пушоном. Но это не мешает ему сделать фраг по нефти. Ой-ой-ой-ой, Юрий, аккуратней, дружище. Чуть вниз не пролетел. Но опять, смотрите, ну вот сейчас уже полетел. Зато сделал фраг по Райну. Сом на размене. 4 в 3, Сом убивает еще и Хэнни, 3 в 3, нужно отойти, ну а Фури, да, зачем Фури пикать, все хорошо, бомба стоит, могут просто на пакет сыграть. Да, у них это получалось хорошо пару раундов назад, и можно просто повторить, ну и тем более, что в меньшинстве сейчас находится защита, остается вообще андроид последний, и куда ему деваться, не ясно, хотелось бы подсейвить девайс, но убегать отсюда некуда так, чтобы точно никто не зацепил. Вини. Да ладно, Сират один на один остается. Его может перебить? Нет, не получается. И этот плач Сират разыгрывает. Хотя вообще до такого состояния не стоило Фурии доводить. Слишком много девайсов потеряли, а с деньгами-то у них все, ну, не ахти как хорошо. Ну, тоже, опять же, там калаш позволить себе могут. Галил там, в крайнем случае. Он СГшку арта, еще СГшка. Да, и два Галила. В итоге хватило закупиться. Первая половина за Фурией уже выиграна. Остается всего нам глянуть 5 раундов. И посмотрим, что будет по истечении этих 5 раундов и какой будет счет. В принципе, опять же, взять десятку, а то и больше, это уже очень-очень хороший результат для ребят из команды Фурия за атаку на карте Вертига. Винни находит фраг по андроиду. 5-4. Фурия уже получает большинство. Ну и арт чекает все точки, все позиции, и будет говорить, по всей видимости, что ребята, погнали к нам, зайдем. Так, и... Ха, не все. С артом расправился. Дигл работает. Юрий тоже получил очень много дэмэджа, но не убит. А это означает, что он может сделать еще очень много грязи. Нифси подбирает девайс, и теперь он становится еще опаснее. Там мимо него проходит с рампы, вот как раз постреливают по нему, но Нифси через смок находит свою цель, и Юрий добивается. Повезло то, что у него мало хп осталось. Так, теперь уже Флэнк начинает штурмовать, смок есть. И этот смок слишком сильно мешает жить. Да, подобрать, хотя сейчас буст получился... Ну, удачный для Фурии в итоге, потому что убить не получилось. Забайтили, узнали точно его позицию. Теперь ее нефти придется менять. В любом случае, их трое, они могут законтролить все три направления от этого плента. Ну и контролит его с легкостью на одном из них. 9-й раунд. Да, 9-3. Очень-очень сильно. Ребята из команды Фурия выступают за атаку. Уже 6 раундов разницы между коллективами. Ну и вот он, еще один шанс для ребят из Фурии укрепиться очень серьезно по экономике. Потому что закуп опять же на все деньги у Envy. Проигрывает этот без сейвов. В следующем ничего не будет. Сом там горит. Его арт убивает. Это уже 5-4. Ой, арт убивает еще и Фагли, бежит еще дальше. Ой, а куда ты слепой-то, дружище? Неужели прям в себя поверил, что и слепым готов всех убивать? Но вот здесь вот нефть на размене все-таки отыгрывает. Но по-прежнему 4 в 3 большинство за бразильцами.
Ну и бразильцы опять в рампе душат. У них такое ощущение, что вообще других наработок не используется, пока не начнет проваливаться уже окончательно это. А это все не проваливается, не проваливается. Хотя вот видим то, что под Б нашли Винни, и туда еще и пакет притягивается. И поэтому все-таки здесь может начаться штурм именно Б-плента. Ну, не торопится. Время еще есть, 54 секунды хватит на то, чтобы придумать какой-то особенный мув. Вот не всегда интересная позиция. Вот сейчас мы можем встретить одного из фурий. Тихонечко передвигается на шефте, на шефте. Вот. Да, фликанул отлично. Не в тем. Накидывает смог. Будет еще и вперед выходить. Ксерат убивает нефти. 2 в 2. Ну и бомба устанавливается. Андроин со снайперской винтовкой также. Ну что-то здесь постарается сделать. Есть информация у Ксерата, что отсюда летела хаяшка, стало быть, кто-то есть. Есть флешка у Хени. Можно постараться под флешку выйти, но зачем, если Андроин сам выходит? Есть информация последнему Райну. Ну и вот теперь вот осталось перестрелять Хени. 56 хп у Райна, 43. Дергает Райан диффуз. Понимает Хенни, что никто не диффузит. А здесь обходит Райан и делает этот фраг. Это четвертый раунд за командой Envy. Получилось все-таки далеко не простой раунд для них был, но взяли его. И закончить, ну, наверное, даже вот 5-10 для Envy было бы не так плохо. Да, там это все-таки сторона защиты и прочее. На атаке может пойти все еще хуже. Но Фуриан явно лучше знает, как на этой карте играть. Хотя вот не с тобой ли мы в последний раз Envy на Vertigo видели? Может быть. Может быть. Да, хотелось бы посмотреть, что там у них по стате вообще здесь. Одна карта у них сыграна, значит, это... Имщик... Нет, 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 это не то. Это не то, что мы наблюдали. Так что я их перепутала с кем-то. Да, у них действительно официальных игр за последние 3 месяца только одна ровно на Vertigo. А у Фурии побольше, и винрейт у них тоже впечатляющий, 80%. И это все дело смотрится. Да и, в принципе, нюк вот так вот, если просто чисто на статус смотреть, не сказать, что у Фурии провальный на фоне Envy. Так что здесь может и вся серия такими темпами достаться очень даже неплохо по итогу такого мапвета. Ну и если смотреть на коэффициенты, которые вот дают сейчас... конторы ставочные, в принципе, любые на Фурию, то, в принципе, такая точка зрения имеет место быть. Ну да, должны, по идее, без проблем здесь ребята из Фурии расправляться со своими оппонентами. Но вот еще один раунд, предпоследний в этом, в этой первой половине. Андроид надкидывает смоук. Здесь смолик все пролетает, Андроид танцует в пленте, пытается кого-либо найти, пока не получается. Но в итоге его находит арт. Проблем прошивает смог и находит первое попадание. 5-4. 52 секунды. Сом с МПшки перестреливает арта. 4-4 Винни убивает. Нефти на размене. Нефти живет еще невероятным образом. Винни запушил. Есть фраг по нефти. Юрий убивает Сома. Последний фагли против троих. Ну и здесь он ничего не сделает. Уже десяточка за Фурией. 10-4. Ну и последний раунд первой половины мы с вами увидим. Да, будет ли здесь 11-4 или 5-10, мы узнаем. Потому что по баю, ну, хоть что-то наскреблось у Envy, это хорошо. Да, не так плотно. В итоге М-ка вообще только одна. Остальное все на фармганах. Но тут есть шанс занять такие позиции, с учетом того, что, ну, Envy действительно одними и теми путями бегают в основном. Вот решили вообще поджать наглую, но получается опять Хене дать фраг просто впритык, и арт тоже разменивается неплотно. Но, кстати, видишь, вот пока там еле живой Фагли остался, и за эту ситуацию 2 в 3. Но теперь уже 2 в 2. Фагли очень лоу хп, Ксерата не слишком сильно хорош тоже остался. Ну и фуловый Андроид, фуловый Винни. Так, ну кто-то топает. И на топу. Андроид в итоге минус, и Фагли 2% хп, который отделяет Envy от 5 раунда. И он сидит закрытую. И Винни, Ксерата сейчас может очень хорошо
подставить, но вот уже плентит, он закрыто стоит, из-за этого не знает, куда точно заплентили. Ой, сейчас его там за ящиком найду. Прям ждет. Теперь убийца. Да. Винни оказался очень предусмотрителен. 11-4, друзья. Именно вот так вот заканчивается первая половина на карте Vertigo на пике именно бразильского коллектива. Ну и тем интереснее будет вторая половина. Будет она через буквально минуту другую. Продолжаем, друзья, наблюдать за первой картой этого противостояния. Уже второй пистолетный раунд. И здесь Envy бегут атаковать и вносить просто команду Фурия с этого Миража. С этого Vertigo, конечно же. И 4 в 2 большинство за командой Envy. Бомба установлена, ну и отличные шансы на пятый раунд для команды Envy. Это действительно так. Они пока начали очень бодро в атаке. Бомба поставлена, осталось только двое в защите. И что с этим делать, пока не ясно. Но Фурия явно не хочет стоять на месте в этом отношении. И поэтому до последнего идет на размены. Но не получается здесь ничего сделать у Юрия. И Ксерата, последняя надежда команды, выбивает одного. Ну и выбирает второго. Но Нифти все-таки стал здесь для него контрольной точкой. Эйс от Нифти, кстати, пятерых забрал. Этот молодой человек вообще как-то без проблем взял и 5 голов поставил. Такая вот история. 11-5. Envy у нас забирают пистолетку. Фурия будет ли форсировать события? Нет, не будет. Будет сливать. И, соответственно, уже при счете 11-6 закупаться. Да, они имеют достаточно большое количество раундов, чтобы позволить себе вот так вот подслить лишний. Поэтому проигрывать еще третий раунд потенциально в этой половине из-за того, что они проиграют форс, это было бы для них уже, ну, немного грустнее. Поэтому они решили потом уже выйти на full device. Хотя, может, здесь все получится. Вот отлично сейчас Мак 10-го получается законтролить Пагли Хэнни. И их Сираты и Винни тоже отваливаются. Видимо, не получается все-таки ничего у Фури вообще выбить. Поэтому дело... Ну, тут, конечно, драться за последний тоже имеет смысл, разве что там только, чтобы денег не отдать, спрятаться как-то. Но видим то, что
Фагри все-таки получилось убить, и, возможно, найдется еще кто-то, но нет. Юрий погибает последний, так и без размена. Шестую забрали. Ну и вот теперь вот Фурия должна закупать эмочку. Есть она для Оксирата, у Юрия, у Вини, аук для Хени, и Арт будет также закупать аук. 18-й раунд будет проходить именно с такими девайсами. В принципе, опять же, очень все неплохо для Фурии. Понятное дело, почему там маг 10-й, есть Галил. По закупке нет проблем, с одной стороны. С другой стороны, а где команда Фурия вообще? Вы ее видите? Я, если честно, не очень. Юрий Ксерат остается последний против пятерых. Ну и неужели настолько легкий седьмой? Похоже на то. И опять проиграны все деньги, и зря делали экономический прошлым, получается. Ну, что не делается, все к лучшему. И, возможно, этот раунд как-то тут еще получится отыграть. 2 в 5, конечно, звучит немного фантастически. Но и здесь будем продолжать следить за интригой. Выход на базу бы пошел. Поняли. Предположительно позицию Юрия. И накрыли смоком, правда, тут такой смок, что можно было попытаться через него заглянуть, но это было бы довольно опасно. Сом также смотрит выход. И хватает человека, чтобы контролировать все подходы около бомбы, и развернуться им так просто не дадут. Ну и плюс есть еще товарищ Фагли, который просто бегает и ищет какие-то фраги. В случае чего. Ну и не все тоже знают. Каких-то парней, которые хотели бы уйти на сейф, он их бы и убивал. Ну, пока и так справились. Юрий остается последний, его еще не нашли. Прячется, конечно, как может. Ну и да, к нему никто не подойдет, и он должен благополучно выживать. 11 секунд до начала 19 раунда. 11-7 уже вообще, казалось, и нету никакого преимущества. С одной стороны, всего 4 раунда. С другой стороны, Фурия в любой момент может закупиться, как выиграть, и уже ничего и не отпустить. Ну, давайте смотреть. Отпрыгивают ребята из Фурии. Арт, есть фраг по Райану. Видите? Но тут есть и Пушат, и Юрий забирает и Нифти, и своего тиммейта. Всех забирают. Крипты, ситуация. Бомба, кстати, лежит. Под контролем находится именно у ребят из команды Фурии. Это может сработать. И не нашивает смок, чтобы никто к бомбе не подошел. И нет, они все-таки забирают спокойненько и убегают на Б. Да, причем Фурия сейчас тоже будет идти довольно длинными окольными путями, чтобы попасть туда же, потому что выбить хотят. Выбить хотят, и этот раунд отыграть тоже шансы имеют. Жалко, что для Юрия не нашлось никакого девайса, несмотря на количество убитых. Здесь ни Нифти, ни Райан, за ними ничего не подобрать. Андроид вот как раз ждет каких-нибудь Юриев здесь. И вот они, прыгают на него. Винни последний. Последний герой с эмкой. Ну, когда у тебя в руках эмка, дома голодная команда, то уже не до геройства. Уже надо сейвить эмку. Ну, он аккуратненько пошел. На самом деле, можно было ТЗ и поднять, чем там его юсп. Ой-ой-ой, сейчас вот неудачно его спалили, надо побыстрее забираться обратно. Схватывать вышки. Ну, на апдауне хорошая позиция, сюда наверх явно никто не полезет. Опасно. Это все. И Envy в итоге забирают еще раунд, и такими темпами довольно близко могут оказаться к полному камбэку. Но пока у Фурии имеется full buy, в очередной раз лосс-бонус у них опять же достигает максимальных цифр из-за количества проигранных раундов. Поэтому сейчас они вполне себе приятно проиграют. Минута 43. На таймере 20-го есть снайперская винтовка для Хэни. 4 обычные хорошие винтовочки. Ну и будем смотреть, как же здесь господа из Фурии будут защищаться, потому что защищаться уже нужно начинать. Все хуже и хуже. Последние раунды здесь проводят бразильцы, и уже, по сути, опять же, преимущество как и не бывало.
Вроде как потопали Envy вблизи Апланта, ушли на Б. И сейчас могут заходить на точку Б. Действительно, здесь Ксерата откидывает смоук. Будет с разных позиций напрягать своих оппонентов. Ну и если все-таки пойдут на точку Б, то шансы неплохие, потому что пока там только один опорник, но он сейчас только приходит второй. Но Envy не торопится. Не торопится и, возможно, зря. Потому что сейчас делается наконец-то open фраг, нефть погибает, и они остаются в меньшинстве. Вот, интересно, Сом выбирается на рампу, его оттуда готов ждать Хенни. Если тот слишком неаккуратно выйдет, но, судя по всему, они действительно вдвоем могут неудачно выйти. Хотя вот его товарищ задержался после такого фрага. Ну, как минимум, получилось спаечку забрать, но решили дальше пробежать, когда они меняют позицию, уже находится практически на пленте и не смотрел в ту сторону, откуда уже вышел андроид. И размен, как они на Райана. Фагли добивают, отомстили друг за друга. И андроид остается последний из атаки, его есть шанс контролить, но хотят это сделать поаккуратнее, потому что не хотят ситуацию один в один, но она получается. Артур погиб и поставил немного Ксерата, оставив его последним, но Ксерата мастер клатч здесь разобрал ситуацию. Так, решил поискать что по девайсам. И, имея достаточно времени идти с китами, он это все дело обезвредит. 12-й. Вот он. Самый-самый. Наконец-то. Да, нужный для команды Фурия. Там 12 тысяч у андроида, у Сома, десятка у Фагли. Поэтому в этом плане никаких проблем для Envy, по сути, в экономической составляющей не будет проблемой. Плюс бомбу еще ставили, поэтому здесь скорее можно Фурию по деньгам в клетку как-то впихнуть. И это уже будет сложновато. Юрий запушил, убил с МПшки, получил 600 баксов, еще и СГ подобрал своего оппонента. Все идеально, 5-4 большинство для бразильцев. Да, опять у них раунд начинается поувереннее, чем у Envy. Второй подряд уже. И это может привести к неожиданным результатам. Вот сейчас Ксерат там прыгает-прыгает, но в один момент все-таки может на него Фагли выскочить. Но Фагли пока аккуратненько через решетку смотрит, а вот что-то увидит, но информации нет. Он не знает, что там по количеству опорников, по качеству опорников. И бомба сейчас тоже подтягивается потихоньку. Вот сейчас информация есть, да, и через решетку простреливает Фагли Ксератом. И это минус один из опорников базы Б. Проход открыт. Юрий, правда, забирает андроида. Не получилось у него стянуться к команде. Арт тоже сейчас можно сделать очень красивые фраги. Если только... Ой, еще немного поотвлекает на себя внимание Юрий. Флешка полетела очень хорошо по таймингу. Есть шансы контролить нефти, но не получилось. Нефти зато забирает вместо этого Юрий. Юрий сам погибает. Ситуация 2 на 2 продолжается. Неясность. Погибает Сом. И Фагли остается последний. Он пакет видит, он пакет забирает. И, ну, времени у него нет, чтобы добраться до другой точки. Ну, по крайней мере, добегу туда Фурия явно быстрее. И уже займут позиции. У него не будет возможности воевать. Поэтому кладет смок, и его все равно он находит. Фенни красава. Вместе с Юрием на двоих решили весь этот раунд. 13-8. Еще один раунд. Действительно, бразильцы забирают. И это 22-й раунд, который будет опять же с очередной закупкой от одного и другого коллектива. Есть 4 СГшки. Калашник для андроида. Это опять пуш от Фурии. Но вот Твини показал его... Тиммейта забрали, хаешка неплохая, кстати, там прям под ноги, ой, сколько дамага выносит эта хаешка. И вот вторая просто похоронила там Фагли. Отличный зажим, Юрий убивает андроида, Фагли, правда, сжег своего оппонента, но это 3 в 2 и большинство за Фурий. Ну что, они начинают наконец-то нащупывать твердую почву под ногами на этой половине карты. И если они действительно смогут взять и третий раунд подряд, то победа на самом деле им уже будет практически гарантирована. Нефти
с пачкой уходит назад. Ну, вдвоем с Сомом они тут пока еще думают, как им быть, судя по всему. Но Сом прослушивает все, что происходит около Бэплента. И, видимо, рассчитывая на относительную безопасность, решил сюда стягивать остатки команды, если так можно назвать, не все. Ну да, будут забираться там. Оставили все равно Сом позади. Ник собирается на план все-таки вместе с Сомом. Ник Сирата погибает, но Юрий разменивает Сома. Не все остается последний, и фейк плент. Никто не повелся особо, не все убегает Смоук. И на него, прям на него целится. Но Смоук мешает. Вот если он сейчас развеется очень не вовремя. Или по таймингам отвернется, вот кажется, по таймингам отвернулся. Хорошо, пошел. Это дало шанс Юрию забрать фраг. И опять три фрага в раунде. Юрий прям в ударе. Вместе с Сирата у него 20 фрагов. Ну, все остальные тоже довольно близки. То есть не из таких вот прям сильно отстающих у команды Фурия. Там Винни немного не добрал, но он тоже не менее красивые моменты делал. Четырнадцать-8. Матч ставится на паузу. Надеемся, что тактическую. Ну, вроде как, да, здесь раздропали уже девайсы. Ну и потихонечку заканчиваются деньги у Envy. На последнюю закупку будет, но вот дальше уже будут проблемки у ребят из команды. Ну и в целом будут проблемки, если они проиграют раунд. Там уже 7 мап-поинтов. И можно потихонечку переходить на вторую карту. Нефти откидывает флешку. Прилетает смог. Ну и вот он. Очередной раунд. Здесь гранат, кстати, вообще нету. Ребята из Envy с этим тоже будут проблемы. Да, гранат у Envy. Разве что смоков в избытке. Пара флешек еще есть, но не более того. Райан погибает. Первый минус как раз-таки в открытую вышел. Ни смоков, ни флешки, ничего. И за это поплатился. Кенни находит нефти. Чистая работа от Фурии пока. Вообще. Не пошевелив особо пальцами. Хотя вот Сом вышел на Винни, забрал его прям в наглую. Удалось это сделать. И поэтому открывается путь именно на Аплэнд. Арт разобрался с Сомом. Смог был самый качественный. Кенни делает еще минус. И еще один минус, нет? Нет, Андроид забирает Юрия, и в итоге Хеня остается тоже убитым. Ну, это не так важно, когда жив Ксирата вместе с Артом. Ну, кстати, сейчас Арту как раз два фрага тоже сделал. Ксиратом ни одного в этом конкретно раунде. И все, доводит Фурия ситуацию до того, что Envy могут рассчитывать максимум на допы. Ну, а если не повезет, то и проиграть эту карту. Ну, не так страшно, конечно, пик соперника проиграть. Тем более, что когда они любят что-то по извращению на мотив Фертига. Ну, а дальше Нюк. Нюк, в принципе, который не так уж плох у ребят из команды Фурия, поэтому кто знает, как сложится вторая карта, но вот, да, действительно есть мап-поинты. Будем смотреть, будем ждать. Но боюсь, что Envy здесь даже с таким баем вроде как относительно рабочий. Ну, типа, есть какие-то девайсы, не просто пистолеты, но похоже на закрытие. Ксера тут подпрыгивает. Пытается кого-то найти, флешечку дает. Это, скорее всего, опять же, ну, типа 16-8. Пока еще все не так однозначно. Не стал бы делать таких скоропостижных выводов. Ну, а граната полетела достаточно на плент. Сирата. Живы-здоровы все абсолютно пока что на этом раунде. Все ищет какую-нибудь цель, находит Сирата нефти, находит еще и Райана.
Слушай, ну прям как в тире под него подставляется. Сейчас на лестнице можно было бы еще и фагли забрать, но Арт дорвался до него первый. Зато Серата Сома достал, и остается последний андроид, который здесь своим фамасом делает фраг на Ксерата, но Арт заканчивает историю этой карты. Ну вот и все. Да, друзья, 16-8, победа Фурии на своем пике. Дальше нас ждет вторая карта, это будет Денюк, но на нее мы отправимся... чуточку позже, после рекламно-музыкальной паузы. Студия Рухаб, Александр Закрыгидуменко, Даша Ритейл. Скоро вернемся.